и бабушкам и дедушкам, у которых вот это вот счастливое время укладывания еще, так сказать, помнится, детей спать. Причем стихи Андрея Усачева, а музыка известной революционной песни. И написано, видимо, эти стихи не для не от того, что человек не мог придумать, а для усиления вот этого эффекта отчаяния, когда люди уже укладывают под что знают. В один мезозойский погожий денек в семействе драконов родился сынок. Ужасно пригожий дракошка, вот только капризный немножко. Дракоша никак не хотел засыпать, полночи с дракошей промучилась мать. Качала малютку, качала, и нежно над люлькой рычала. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Ревела мамаша, как буря в грозу, а сна у сынка не в едином глазу. От этого дикого рыка зашелся малютка от крика. Средь ночи проснулся взбешенный отец. Когда ж ты, дракоша, уснешь наконец? И вот они у колыбели протяжно вдвоем заревели. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Молодец. Мамаша рычит и папаша рычит. Дракоша от страха сильнее кричит. Ревела семейка так жутко, описался бедный малютка. Что делать, примчался семейный совет. Примчались из Азии бабка и дед, а следом 14 теток завыли в 14 глоток. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Младенец тоскует, младенец вопит, вся Африка четверо суток не спит. И вот убаюкива чада притопало целое стадо. Ревели чудовища ночи и дни, и вымерли в Африке вскоре они. Лишь рожки остались да ножки, да песня для крошки дракошки. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Ой. Браво!